Эстер, у тебя ты, точнее, у Киника по шестой дорожке за Свинчелангата, а вот Эстер Чебет по пятой, это угандийка, хотя вот фамилия абсолютно кенийская. Эти две спортсменки имеют по 2.03. Это самые высокие результаты в этом забеге. Ну, вот по первой дорожке индийская средневичка и новозеландка Алисон Андрюс Пол по 2.06. Вот у немки Марин Калес 2.04.77. Ну, вот угандийка, о которой говорил Чабит. Челангат Кенийка. Марта Кирпата из Бахрейн. 2.04.58. Две по 2.03 имеют в этом году. Личные рекорды это и в этом году так бежали. Две бегуни по 2.04. Ну вот по 8-9 спортсменки уровня 2.05. Арлетис Торокуба и Сара Биллингс из Австралии. Ну вот австралийка настроена. Настроена по-боевому. Вот если мы смотрели чемпионат Европы среди юношей, там год рождения спортсмена был 99-й и 2000-й. Здесь 97-й, 98-й. И 99-й даже есть. Ну, естественно, главное, не старше 97-го. Стартовал второй полуфинал на 800 метров у женщин. Очень хорошо новозеландка вышла со старта, но и австралийка. Вот спортсмены, да даже австралийка гораздо быстрее. Так, австралийка захватила лидерство. Очень легкая такая спортсменка. Посмотрим, 28-21, даже быстрее, чем в первом забеге, но если там бегунья из Эфиопии бежала в одиночке, то здесь все подхватили это начало. Ну, так по-боевому. По-боевому проходит этот полуфинал. Ну и вот Кенийка аж по третьей дорожке бежит, посмотрите. Ну, что лучше уж тогда выйти надо, может быть, вперед. Ну, выше выходит спортсменка из Бахрейна. 60-26. Чуть медленнее первые 400 метров. Но австралийка все-таки пытается бороться, смещается. Активно очень ведет бег, молодец. Ну и немка Калис следом за ней. Так, 600 метров. Одна 32.79. Ну, практически так же. Но тяжеловато сейчас австралийки. Уже немножко отстает. Зато новозеландка там наседает, пытается, обходит австралийку. Ну что ж, пытается показать высокий результат. Трудно, конечно, с этими темнокожими спортсменами. Тем не менее, на финише, может быть, и немка, и новозеландка, по крайней мере, им надо попадать в первую четверку. Вот немка лучше всех, она четвертой. Даже третий, если не второй.
Вот такой финиш получился. Итак, спортсменка из Бахрейна Марта Хирпата победила. У спортсменки из Бахрейна. И немка стала второй. И 2:05:45, и она прошла. Но вот, к сожалению, я смотрю, Кинейка Челангат отстала и не принимала участия в борьбе за выход в финал. Ну, пришлось, вот посмотрите, немке Марин Калис вот так сложным путем выходить на простор. И сумела все-таки она вырвать победу. Но вот эти результаты у третьей, четвертой спортсменки очень близки. Точнее, они одинаковы. 2:05:47. Но 2:05:32 у бельгийки было в первом забеге. Пока это лучший результат. И затем, ну, здесь, поскольку третье место дают кубинки во втором полуфинале, то именно она пока выходит с результатом 2:05:47 по времени. Но впереди еще третий полуфинал, кто знает. Но Сара Биллинс из Австралии показала 2:06.